скажем, там такое двоякое чувство, потому что я, с одной стороны, очень верю во все вот это, такие духовные практики, но, с другой стороны, было абсолютно непонятно, как это возможно делать там, вот, вот именно в таком формате было. Насколько это возможно, там, находясь на тысячи километров, возможно, там, прочувствовать поле другого человека, ну, вот. Как-то вот, ну, что я стала? Как-то, ну, я стала спокойнее, и действительно вот такого, таких нервных состояний, как было в начале, у меня не было за это время, за все. Дело в том, что у меня были очень болезненные отношения, которые там закончились больше полгода назад, и меня они не отпускали. Мало на мысли, что меня это как-то перестало больше трогать. Я только сейчас поняла, после вот этого разговора, что ведь на самом деле это произошло вот в этот период, когда мы работали, что я уже без страсти могу смотреть на эти фотографии, я там уже не прокручиваю эти ситуации каждый день в своей голове и пытаюсь как-то... В общем, меня стало отпускать, короче говоря. Вот, и я потом подумала, ведь только сейчас, там, спустя полгода, я начинаю потихоньку выходить. Но я стала выходить именно вот, вот сейчас. Вот, вот что я хотела сказать. Поэтому это очень круто. Вот я именно отпустила. Правда, я только сейчас я поняла, что я отпустила это. Ну, отпустила те отношения и ту боль, которая вот меня не отпускала, и она была все время со мной. Да. Так что за это просто огромное спасибо, потому что я не знала, правда, как это сделать. Мне ничего не помогало. I want to say thank you for a new experience in my life.